Ну, еще одно коротенькое видение. Видео. Вот на лампочку такой чехольчик шит. Иногда бывает, полируешь там и работаешь, еще что-то, или красишь. Чехольчик одел, и все целое, чистое. Надо теперь такой шить и на маленькую. Я считаю, это нужная, полезная вещь, тем более любая хозяйка в состоянии такой чехольчик вот шить. Он легко одевается, снимается. Вот такая полезная мелочь.